Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Словацкой Республики Зузану Чапутову с Днем образования страны. Подчеркнул, что Словакия сегодня покоряет новые вершины в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и укреплении позиций на международной арене. Президент особо подчеркнул динамичный характер взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность, что Казахстан и Словакия будут, сотрудничество между Казахстаном и Словакией будет плодотворным и в будущем.